В Ирландии неизвестные устроили стрельбу во время предматчевого взвешивания боксеров. Церемония проходила в преддверии вечера бокса, и в зале собралось много зрителей. Неожиданно в помещение ворвались люди в полицейской форме, вооруженные автоматами, и открыли огонь. Началась паника, причем одним из первых бросился бежать спортсмен в боксерских трусах с эмблемой Супермена, героя американских комиксов. В результате нападения один человек погиб, двое ранены. Сейчас полиция ищет стрелявших. По одной из версий, это были криминальные разборки. Вечер бокса организаторы решили пока не проводить.